Что хочу сказать по поводу этой игры? Я бы хотел сказать, что ребята все настраиваются очень серьезно на эту игру. Мы сами понимаем, что этот матч очень решающий для нас. В первую очередь хотели бы выиграть этот чемпионат для нашего президента, потому что он очень много старается для нашей команды, сколько он вкладывает, сколько нервов, сколько сил. В первую очередь я думаю, что мы хотим выиграть для него. Будем биться для него, а потом уже наше желание. Так что могу сказать, нам осталась одна неделя для подготовки, будем готовиться очень серьезно, будем выигрывать и наращивать темп нашей игры. Vreau să invit la meci, o să fie un meci frumos, o să fie spectacol pe parchet. Atât și noi, cât și Nistru, îți doresc victoria, noi și ei cu siguranță o să dăm totul și o să fie un spectacol frumos pentru public. O să jucăm, dacă el îți buscă ne bate, eu pot să le urez succes și pot să promit că nu o să fie ușor. În primul rând, respect că sunt toți moldoveni. Eu cred că ei sunt, după părerea mea, ei sunt mai uniți, au un joc destul mai înțelegător între ei și au un potențial mai bun. Eu cred că sunt de un nivel mai înalt decât brazilienii.